конца дискуссии. Если угодно. А что с легкими? Кочегарки происходит? Ну ты же дышишь, на пыли это все. Когда выгребаешь, подрезку делаешь, там два раза подрезаешь, зло выгребаешь. Потому что на легкие уже идет. Ну опять же, причина там нас, конечно. Какие-то марлевые там хотя бы повязки одевать, конечно, и так. А кто же это не делает? Там же по горячей сетке идет. Там где-то, я не знаю, сколько лет там. 13 или 14 лет. Если подряд отработаешь, уже на пенсию не можешь. По горячей сетке остается. Что думаешь, как? Жар оставлять, не оставлять? Не надо. Хорошо варил. Чтобы не сжечь. Но. Ну и тогда помнишь, чтобы немножко сожгли? Ну это было как бы в норме. Ну я думаю, это в этот раз не буду ставить, потому что она хорошо горела. Котельная, блин, называется скребок, вот эта вот штука. Там. Еще есть этот, там же эти казинаки образовываются. Казинаки только с семечками, знаю. Вот этот скребок, как я понял. Вот. Там, она еще разбивает тоже. Скребок, как называется. То есть корочка покрывается. Вот. Приходится разбивать, чтобы вытащить. Слушай, а вот эта ступенечка небольшая между тем отделением и вот печкой, да, это я уже сам замазал. Но это она вообще специально такая ступенечка или лучше когда она ровно? Ты имеешь в виду вот так ровно? Да. Ну вообще она вообще печка делается, конечно, ровно, чтобы ровно вытаскивать. Ну здесь видишь уклон сделан, там выше, здесь ниже, это как бы чтобы доставать. Нет, она всегда так делается. Не, уклон это. Просто вот это делается. Вот это делается, она ниже. Тут, видимо, что-то не получилось. Понятно. То есть на уровне вот с этой печки. Ну да, вот я и спрашиваю. А то это постоянно замазывать приходится. Она же расковыривает железо. А что-то такое, чтобы замазать, чтобы она вообще не расковырилась, такого нету, конечно. Вот сейчас можно эти лепешки, если бы просто было, лепешки стрелять. А лепешки ты вообще как, вот по сколько держишь на каждой стороне? Чё? Держишь? Ну на каждой стороне, да. По минутам я тебе не скажу, потому что я смотрю на готовность. А. Если уже начинает такое коричневеть уже, значит все нормально. Понятно. Целый день прожарка, у меня только на костра, то здесь печки. Да. Не знаю, как. Интересно, гриф убегает от этого, убегает? Да, или конечно, убежит. Убежит. Печи должны выложены быть идеально ровно, чтобы она, когда закладываешь, чтобы не запиналась. У нас видишь, нет ровности. Потом приходится вот так вот немножко пошевелить, а это плохо. Может в любой момент уронить хлеб и получится не очень красивый хлеб.
закладываться 7 форм сюда спокойно. То есть 6 так закладывается, и снимай поперек. Получается 20 грамм булка. Сейчас у нас 18. Заложится только. Я, наверное, больше клала, да? Да у меня также поднимается. Нет, мы же не по грамму вымеряем. Там, но... которые, знаете, они по грамму вымеряют. Я одну посмотрела, переложила. Смотрю, у них еще много теста. Там-то они весы стоят, они по весам все делают. Я не знаю, как современные сейчас делают, скорее всего, с помощью какой-то техники, от которой на старых пеканиях. Я был, у меня там дядька где-то лет 18 проработал. Я видел, как он работает. Они только руки мелькают. Он уже берет почти всегда в норму. Кастрюля хорошая. Все, с Богом. С Богом. Минут 40 это среднее. Бывает даже за полчаса, если сильно нажарил, там надо смотреть уже минут через 20 посмотреть. Если уже коричневеет вверх, значит надо срочно это охлаждать немножко ее. Угу. Открывать. А если такое желтоватое, значит нормально, значит жару отлично. Угу. Можно около часа выдержать спокойно. Час это в основном так, как бы в идеале. Угу. Ну все. Будем проверять.